Подходим колени вместе, беремся за пятки руками обеими, опускаем лоб на пол, и локти тоже должны лечь на пол, причем мы держим руками пятки. Расслабьте лопатки, они должны разойти в стороны, спина хорошо вытягивается, округляется во всех отделах. И подышите в задние отделы легких, старайтесь наполнять зоны, которые у вас в районе спины находятся, зоны легких. Осознанно дышим в задние отделы легких, как бы в спину. Открываем эти зоны дыхательные. Спина расслабляется, вытягивается, лопатки должны расслабиться. Поза ребенка. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо, выходим из этого положения. Два. Уходим вперед, ложимся на живот, выдох. Протягиваемся в прогибе, подталкивая пол к себе, ребра приподнялись над полом, пятки сжаты. Такая кобра. Пальцы развернуты на себя, локти вперед, ноги как хвост. Пятки должны быть у нас соединены, ребра приподняты, шея расправлена. Без зажимов, выдох. Еще раз вдыхаем. Опускаем ребра на пол. Вдох. Беремся за замок, правая рука. За левое запястье. Носки упираем на ширине коврика. С выдохом поднимаем вверх плечи и колени. Напрягите, поднимите над полом. Тяните, потянитесь к пяткам руками с ровной шеей. Выдох. Колени подтянуты, напряжены. Дальше, дальше, дальше. Вытягиваемся назад. Опускаемся. Меняем замок. Левая рука за правое запястье. С выдохом подъем. Потянулись назад. Два. Выдох. Хорошо, опускаемся. Пальцы переплетаем. Сжимаем основание ладоней. Вытянулись назад. Если получается, выворачиваем. Так, чтобы локти не сгибались. Локти не сгибаются. Выдох. В другую сторону. Тут. Сюда. Ага. Просто сжимайте вот здесь основание ладоней. Ага. Пальцы переплетаем. И вот тут сжимая, руки старайтесь выпрямить. Во. Меняем пальцевой замок. Опустились, пальцы на один сместили, поднялись. Если получается, вывернули замок. Вдыхаем. Следим. Не так. Во. Во. Как было. Вот так, а теперь мы поменяли пальцы, сжали и вот сюда. Во. Локти, видите, прямые. По-другому будут всегда локти сгибаться. Хорошо. Опускаемся вниз. Вдох, руки кладем вдоль тела, ноги сгибаем. Плечи приподнимите. Носки натянуты на себя. Руки над полом. Поднялись, вдохнули, выдох, изнутри берем лодыжки, одну, вторую, и потянулись назад, поза лука, ну, изнутри держимся, выдох, подбородок тянется вперед,
Так, вот мы руки держали, вот мы руки подняли, и вот так, хоп, хоп, уже, вот, упс, и вот так, одну, точно так, вторую, тянитесь за подбородком вперед, еще раз вдыхаем, и вы. Отпускаем. Отпускаем. Вдох. Подворачиваем таз. И отжимаемся. Выдох. Поставьте вместе колени и руки, и носки. Вдохнули. Правая нога вперед. Левая, извините. Левая вперед. Поднялись. Развернулись. И получились у нас ноги на необходимой ширине. Стопы смотрят прямо, мы стали теперь вдоль коврика и уходим в наклон. Руки на полу, регулируем руками глубину своего наклона, насколько у нас получается, вытягиваемся вперед-вниз. В идеале у нас голова должна встать на пол между ладоней и стоп, либо на вашей, по вашим возможностям. Выпрямляйте колени. Лучше выпрямить колени, но ниже опуститься и опускаться с прямыми. Ниже, ниже, ниже. Расслабляйте шею, спину. Позвольте вытянуться под коленным сухожилием. Вот так. Вдох, выдох. Прямее, прямее колени, носки чуть внутрь, чтобы у нас внешние ребра стоп были параллельны друг другу и кромкам коврика. Поэтому носки как бы внутрь чуть-чуть смотрят. Тогда внешние ребра стоп будут параллельны. Еще раз вдыхаем. И выдох. Поднимаем голову. Встаем. Разворачиваем пятки внутрь, носки наружу. Так. Четко у нас пятка под коленом. Голень перпендикулярно полу. Руки прямо в колени. И плавно. Поднялись, выпрямили локти. Локти прямые, прямые, прямые должны быть. Тогда мышцы ног расслабятся. Тут сейчас смысл вытяжения тазобедренной зоны, а не напряжение бедер. Поэтому локти должны быть выпрямлены, корпус отдать чуть вперед. И тогда вы почувствуете, что идет вытяжение, и стоять легко. Нет напряжения в бедрах. Виктория, больше в плечи вперед. И локти, локти прямые. Во. И расталкивайте руки, как распорки должны стать. У вас сейчас ноги напряжены в бедрах. Скорее всего. Во. Живот чуть вперед. Вот так. Ага. Так. Смотрим в пол. Шея ровная. Шею не зажимаем. Позволяем вытянуться в тазобедренной зоне. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо. Выходим из этого положения. Локти присогните, носки направьте вперед. И выпрямите ноги в коленях. Вдох, руки вверх. Потянулись за руками повыше, лопатки, плечи. Вверх, выдох, левую руку опускаем, правая осталась сверху. Левую руку на левое бедро. Правую руку разверните ладонью наружу и потянулись влево, вытягивая левый бок. Левой рукой до колена стараемся достать. И вытягивается потом правой рукой, подворачивая таз. Таз ровненько у нас. Ладонь правая смотрит вверх. Ниже, ниже, если получается, уходим еще ниже. Смотрим прямо, шея с правой стороны тянется. Выдох.
ладонь вверх развернута, плечо вводите правое чуть назад, выдох. И старайтесь таз не смещать сильно в правую сторону, держать его ровно. Вдыхаем. Выдох. Еще раз вдох. Вытяжение хорошо в правом боку. И выдох. Стопы плотно прижаты к полу. Поднимаем правую руку вверх. Оттягиваемся за ней. Встали. Выдох. Правая рука вниз. Ноги остались на своем месте. Вдох. Две руки вверх. Ладонями навстречу друг другу. Выдох. Ладони разворачиваем в стороны. И теперь правая рука на бедро. Левая потянулась. В правую сторону таз подворачивается, вдыхаем. Шея расслабляется с левой стороны, смотрим прямо. Выдох. Ладонь левой руки смотрит в небо. Вдох. Выдох. Еще раз вдыхаем. Вытягивай за рукой. И выдох. Хорошо. Поднимаем руку вверх. Вытягиваемся за ней. Вдох. Выдох. Рука вниз. Две руки вверх. Поднимаемся. Поднимаем. Потянулись, складываем руки ладонями вместе, выдох, опускаем руки вниз, груди, разворачиваем носки в стороны, один, второй, плавно присели, 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 и руки на колени увели. Вдох, теперь скрутка, в этом положении правое плечо опускается вниз, пальцы правой руки на колени развернулись при этом вверх, левый локоть смотрит в небо, скрутились и руками подталкиваете колени назад. Макушка вытягивается вперед. Вдыхаем. Выдох. Сейчас вот так, вот так, вот так. Хорошо, еще больше можно. Вдох. Так, в другую сторону скручиваемся, разворачиваемся, выдыхаем, выдыхаем. Вот, еще раз. Выдох. Левое плечо ниже. И толкайте колени назад. Хорошо, выходим из этого положения. Вдох, руки на пол, носки разверните вперед. Поставьте пятки уже, так, чтобы где-то ширина коврика у вас была между стопами. С выдохом садимся в позу фонарика. Опускаем таз вниз, носки смотрят в стороны, ладони складываем вместе. Копчик вперед, шея ровная. Два. Вот такое положение. Выдох. Расслабьте вниз спины. Корневой замок сжат. Выдох. Вдох. Выдох.
предплечье у нас ровная линия вот здесь между предплечьями. Чуть выше приподняться нужно. Чуть выше, вот у него. Теперь стоп. Вот ровная линия должна быть рук. И локтями расталкиваем его. Расталкиваем колени. Хорошо. Выходим из этого положения руки на пол. Вдох. Подайте вес на руки вот в таком положении. Начальная бакасана, то есть колени у нас остались там в районе локтей. И напрягли руки. Люся, руки больше вперед, больше вперед. У кого получается бакасана, делают бакасану там в онлайне. Тут мы тренируемся, вес поддаем на руки. Хорошо. Выходим из этого положения и садимся в вирасану. Оп, носки оттянуты, убираем икроножные мышцы. Наружу и садимся ягодицы на пол. После чего сводим колени вместе. Так. Руки сзади, опираются на локти. Грудь вверх, подбородок приподнят вверх. Если с шеей все хорошо, все комфортно, нет никаких проблем, голову можно запрокинуть назад. Если чувствуете аномальное ощущение, боль в шее, то держите ее ровной. Плечи водите назад, лопатками проталкивайте грудь вперед. Во, правильно, правильно, правильно. Грудь вверх, плечи вниз, голова ушла, горло тянется. Ягодицы на полу, корневой замок сжимается. Открываем грудь. Тянутся колени, бедра могут, подъемы стоп. Поза рыбы, вариация матсиасана. И еще раз вдыхаем поглубже. Сожмите корневой замок, вытолкните сердце. Область сердца выше лопатками. И выдох. Поднимаем голову. За подбородком вытягиваясь и выходим из этого положения. Хорошо. Перекат. Садимся. Ноги прямо перед собой. Ложимся на спину. Вдох. Поясница легла на пол. Носки на ширине таза. Пальцы переплетаем. Толкаем голову вперед. Толкаем. Локтями обнимая голову, включается пресс, и задача потянуть шею, сильно толкнуть голову вперед руками. Ягодицы приподняты, пресс работает, шея тянется. Еще раз вдыхаем, так что подбородок достал до груди. Толкаем, толкаем голову, работаем прессом. Меняем пальцы, смещаем на один. Еще два цикла дыхания, вдох. Выдох. Да, еще раз. Выдох. Хорошо. Выходим. Из этого положения ложимся на спину, затылок на пол.